Привет! Сегодня я вам расскажу и даже покажу свой собирательный образ полиции Мадрида для ролевой игры по мотивам «Обитель зла». Так как игра была отменена и образ не обрел окончательный вид, но мне не хотелось пускать все время, затраты денежные и сколько ушло сил и на подготовку. Но чёт я опять ушел куда-то не туда. Давайте перейдем к собирательному образу нагляднее. Критериев у меня к любому собирательному образу всего лишь несколько. Первое и самое главное – это визуальный вид, который подходит к данному сеттингу. Второе – это защита коленей, локтей и суставов, которым я редко пользуюсь, но пользуюсь. И третье – это удобство и комфорт, который я так все еще не нашел. В целом, внешний вид неказистый и состоит из туфель, брюк, рубашки, куртки и кепки. И тут начались проблемы. Сначала немного проясню, что в игре «Полиция Мадрида» – это второстепенный персонаж, который появляется всего лишь два раза. И все. И как бы на них особого акцента и не ставят. Они появляются в начале, где их убивает Ганадос, и где-то в середине. А головной убор не нуждается в представлении. Обычная кепка в форме таблетки черного цвета. Белые перчатки. Вот честно, самое первое, от чего пришлось откреститься, так как они быстро рвутся и пачкаются. И в общем, для всех не секрет, что на полигонах техногенного типа много стекла, камней, пыли и все прочего. И это довольно небезопасно. Конечно, некоторые группы занимаются генуборкой перед игрой, но это мало спасает. И поэтому мой взор упал на обычные черные тактические перчатки, которые могут защитить мои руки и костяшки. Брюки обычные, классические. Конечно, если нет под рукой брюк, то можно использовать черные штаны. Главное прогладить стрелку на штанах. Ну, в принципе, ничего такого. Рубашка тоже классическая белая. С бронежилетом корой скрытого ношения, как я это вижу, хоть это немного выбивается за рамки образа, но это мое личное видение полиции. По поводу куртки я не стал по поводу нее вообще заморачиваться, так как было лето и жариться в ней мне не хотелось. Шевроны полиции Мадрида группа очень неплохо постаралась, найдя внятные скриншоты из игры. И по ним, благодаря неплохой мастерской по пошиву шевронов на Шевокнет, получились бомбические. Чтобы разгрузить часть снаряжения, я использую урезанный варбелт. В смысле урезанный? В самом прямом смысле. Сам пояс No Name очень плохого качества, не суть. Для размещения пистолета, магазина, ножа, фонарика и мелких вещей сойдет. Обувь. Так как я играю активно и бегаю в туфлях на ранее упомянутых техногенных полигонах, это такое себе занятие. Обычные берцы вполне хватает головой. Да, но защита голеностопа – это самое главное в нашем хобби. Защита коленей и локтей. Лично я пытаюсь максимально от них откреститься. Да, я понимаю, что те же самые полигоны. Можно крайне удачно упасть, провалиться в люк и все прочее. Но это снижает лично мою маневренность. И помимо того, что это пережимает мне локти, колени, ну, это не мое. И давайте сразу к кульминации. Этот образ собран для игры в ролевую игру на момент 2019 года. С моей точки зрения, в общем, визуальный внешний вид соблюден. Хотя, с моей точки зрения, этот образ больше подходит к ФБК. Для тех, кто не в курсе, то Федеральная комиссия по биотерроризму в рамках вселенной РЕ. Если группа все же соизволит снова запустить резидент, то я с удовольствием еще переосмыслю этот кит и допилю образ. Ну а если нет, то есть идея данный кит использовать другой
ролевой игре. Ну, а у меня на этом все. С вами был Ксин. И Зигуард Страйкбори. Всем спасибо. Всем пока.